Добрый день, Аня. Какое сегодня настроение? Здравствуйте, хорошая. Делаем укладку? Делаем укладку. Ольга Селезнева из рабочего поселка Майна давно мечтала открыть салон красоты. В юности она выучилась на парикмахера, однако стала работать не по профессии. Строила карьеру в сетевом супермаркете. И уже став директором, Ольга поняла, что красить, стричь и ухаживать за волосами ей нравится больше. Она уволилась и обратилась в отделение социальной защиты за подъемными. Ольга представила бизнес-план, оформила документы и через пару недель получила 350 тысяч рублей. Этой суммы хватило на покупку мебели, зеркал, инструментов. Аренда помещения и интерьер. Все было готово в декабре прошлого года. Сейчас у Ольги есть постоянные клиенты и стабильный доход. Но очень вокруг много сел. То есть приезжают, да, постригаться, потому что в селах нету парикмахерских. Все едут в районный центр. Сейчас пока что еще, конечно, нарабатывается моя база. Ну, то есть есть уже клиенты, которые возвращаются, то есть понравилось. Соцконтракты оформляют на развитие личного подсобного хозяйства. И будущие предприниматели тоже все чаще обращаются в соцзащиту. На расширение подворья или покупку сельхозтехники можно получить 200 тысяч рублей, а на вложение в бизнес – 350. До июля этого года суммы были меньше на 100 тысяч. В основном у нас заключен социальный контракт, это на сферах красоты, то есть ногтевой сервис. Открыто у нас несколько парикмахерских, но также у нас заключен социальный контракт на открытие автомастерских и на открытие собственного швейного дела. Жители Майнского района охотно оформляют соцконтракты на развитие подрядов. В прошлом году заключили 12 договоров, а в этом 15, и есть еще желающие. Узнать все подробности по программе поддержки можно в любом отделении социальной защиты. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.